27 сентября в региональном МВД состоялось торжественное мероприятие, на котором были вручены благодарности президента России за активное участие в работе по подготовке и проведению выборов, которые прошли 18 марта текущего года. В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор Александр Вавилихин, министр внутренних дел Тува Александр Щур. Вручая благодарности, Александр Вавилихин отметил, что выборы главы государства, состоявшиеся в марте текущего года, прошли на территории нашего региона на высоком уровне и были хорошо организованы, чему в том числе способствовали профессиональные и слаженные действия сотрудников полиции и представителей общественности. Благодарственные письма были вручены заместителю начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных ИПДН ведомства Чечену Комбу, старшему инспектору отдела организации охраны общественного порядка Надежде Кулар, начальнику управления правового, кадрового и документационного обеспечения службы ПГО ИЧС Аяне Оржак и главному специалисту Министерства по делам молодежи и спорта Азианю Вангур.